Картина «Лунная ночь. Купальня Феодосии» была написана Иваном Константиновичем Айвазовским в середине XVIII века. На картине мы видим спокойное ночное море, освещенное ярким, но при этом рассеянным светом полной луны, пробивающимся сквозь легкую дымку облаков. Безбрежная, тихая гладь моря, соединяющаяся с черным ночным небом, занимающим больше половины картинного полотна, создает ощущение таинственности и умиротворенности. Где-то далеко, в туманной дымке, спит город и дремлют корабли со спущенными парусами. Мир недвижим. Кажется, что мы слышим звенящую тишину, разлитую над ночным морем в Феодосии. На переднем плане на причале стоит крохотный домик с открытой дверью, через которую вырывается приглушенный свет. Это, по всей видимости, купальня. Через открытую дверь виден женский силуэт. По-видимому, это молодая купальщица, которую привлекает ночное море. Она сидит на стуле в длинном светлом платье. У нее темные волосы, руки сложены на коленях. Волосы собраны сзади в аккуратную шишку. Лунная дорожка как будто подсвечивает парусники со спущенными парусами и набережную, на которой проглядывается смутный силуэт. Скорее всего, это молодой рыбак, влюбленный в море. Вдали на склоне холма виднеются уютные маленькие домики. Окна у них темны. Их обитатели давно уже легли спать. Сами холмы густо покрыты деревьями, и вид их дарит ощущение сказочного очарования. По ночному морю, словно морская русалка, оставляя за собой рябь, плывет женщина. По моде того времени она купается в длинной белой сорочке. Судя по всему, это она воспользовалась домиком и затем устремилась в свой ночной заплыв. И, видимо, это ее ожидает девушка, сидящая в домике купальни. Небо чем выше, тем выглядит темнее и непригляднее. Зеленовато-золотистая палитра освещенного неба и лунной дорожки на фоне окружающей ночной темноты делает этот пейзаж таинственным и завораживающим. Мистическая красота картины Айвазовского «Лунная ночь в купальне Феодосии» притягивает сочетанием необычного колорита, ощущением удивительного спокойствия, повисшего в недвижимом воздухе. Море, как жидкое зеркало, отражающее призрачное светлячковое сияние луны. Оно кажется потусторонним, в отличие от теплого света человеческого жилья. И вообще, вся картина написана так, что чем ближе к центру, тем отчетливее прописаны детали, тем ярче и светлее краски. Эта картина, несомненно, считается одной из выдающихся работ художника. Ночное безмолвие окутывает море, небо и побережье, погружая мир в беспроглядную тьму, извечную и абсолютную. Но выходит на небо луна, и мир освещается призрачным светом ночного светила. Удивительные ночные краски по-новому заставляют увидеть привычный пейзаж.